Быстрее ставь лайк, если не хочешь возвращаться в школу! Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Bemanji Drive. Друзья, сегодня у нас будет вторая серия на такой вот замечательной карте с вулканом. В предыдущей серии, друзья, мы перелетали с вами какой-то из обрывов, где-то здесь они находились. В общем, мы пробовали перелететь с одной части берега на другую через вулкан. Но, друзья, вам безумно понравилась именно вот эта тема с огромным количеством дорог, друзья. И вы писали часто в комментариях, что хотите вторую серию, чтобы я посмотрел больше на эту карту, чтобы мы прокатились по всем дорогам, друзья, которые здесь есть, чтобы мы поразрушали также машину, поисследовали эту прикольную карту. Ну что ж, друзья, давайте попробуем. Вот такая вот у нас машинка сегодня будет нам помогать, ребята, вообще исследовать этот мир, и я предлагаю вот так прям по кругу и начать с первой вот этой дороги и прокатиться по этим дорожкам, друзья. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх, я надеюсь, вам такая идейка понравится, и погнали, друзья, исследовать эту карту, этот мир. Смотрите, ребят, эта дорога у нас просто гигантская, и, по-моему, там огромный спуск, друзья, интересно, куда он ведет. Мы в предыдущей серии на парочке дорожек прокатились, но это было быстренько в конце ролика, а сейчас мы прям подробно, ребят, на все посмотрим. Итак, забираемся наверх, и, друзья, да, здесь у нас прям гигантский такой спуск вниз, смотрите, он ведет в кратер, друзья, по-моему, или как это, жерло вулкана, я не знаю. Погнали, ребят, разгоняемся, попробуем долететь, вот такая наша тачка подскакивает, ё-моё, почти разрушилась, но... Мы залетаем, ребят, прям сюда, смотрите, здесь у нас реально такой вулканчик, вау, ё-моё, ребят, вот это прикольно, и смотрите, у нас машинка разломалась, но еще едет, слушайте, это классно, а что у нас вообще здесь, друзья? Это у нас такой вулканчик, да, тут такая же какая-то дорога сюда ведет. Слушайте, а прикольно, ребят, вау, мы можем еще вот сюда, ребят, заехать и спрыгнуть с этой горочки, друзья, с этого трамплина, если это можно так назвать, давайте попробуем, слушайте, друзья, это будет реально прикольно. Так, я надеюсь, мы, ага, нормально приземлились, заезжаем на эту дорогу, или что, мы не можем заехать? Так, заезжаем, во, вот тут вот, отлично, такая прям дорожка, ребят, шикарно, все. Ну и погнали, друзья, разгоняемся и полетели вниз. Ё-моё, ребят, все, хана машине, бамс, вау, офигеть, просто разрушается жестко наша вот эта тачка, бамс. Бамс, капот, друзья, отлетел, отлично, багажник открылся, в багажнике у нас ничего нет, ну-ка, и... Смотрим, ребят, сейчас просто носом, бам, и крыша, но при этом, друзья, она, в принципе, еще живет более-менее, ё-моё, ну все, ладно, только я сказал, что она живет, тут же, ребят, мы сразу просто разрушились, и это было эпично, друзья. Итак, ребят, я тут заметил еще одну дорогу, она у нас вот такая грунтовая, давайте по ней попробуем съехать, посмотрим, что будет с нашей машиной, я думаю, ребят, что в какой-то момент мы просто потеряем управление, и наша тачка разломается, вот как сейчас, похоже, уже начинается, друзья, качать нашу тачку просто жестко, ребят. Вот такая вот дорога вулканическая, слушайте, это реально прикольно. Погнали, съедем. Я сейчас специально быстро, друзья, стараюсь ехать, чтобы было прикольнее. Вау, поворот такой резкий. Фу-ху, чуть не вылетели, друзья. Вы представляете, еще немножко, и мы бы с вами вылетели. И, по-моему, мы едем обратно уже. То есть, эта дорога не в самый низ, друзья, ведет, а куда-то прям наверх, слушайте. А мы сможем вообще заехать? Нам хватит мощности этой машины, друзья, или все? Ну, вроде как, давай, давай, родная! Все, ребят, и дальше мы не заедем. Ну, ладно, вот такая грунтовая дорога у нас была, она, кстати, по кругу просто шла, друзья, ясненько, понятненько. Все, ну ладно, погнали теперь на другую, друзья, тогда дорогу, вот сюда попробуем заехать, во! Погнали, ребят, посмотрим, что здесь нас будет ждать, какие тут приключения, друзья, для нас приготовил автор этой карты. А, я, кажется, вспомнил, ребят, там будет огромный склон, такой спуск, и мы полетим в вулкан, давайте попробуем, аккуратненько. Все, ребят, разгоняемся, и сейчас просто на полной скорости, если я не перепутал дороги, если я только не перепутал дороги, а я вроде как не перепутал, да. Погнали, ребят, все, едем, разгоняемся, ё-моё, 150 км в час, 170. Офигеть, подскочили, друзья, потеряли скорость, но мы вылетаем! Фу-ху-ху-ху! И летим прям в вулкан! Бам!
Все, ребят, хана тачки, просто разрушили ее. Но давайте посмотрим, ребят, что вообще там. Вот такие вот у нас разрешения на машине. Давайте залетим, друзья, вот сюда. Покатаемся здесь по вулкану, посмотрим детальнее просто на это все. Реально, у нас прям тут такой вулкан. Жалко, что мы, друзья, не горим. Знаете, вот на лаве можем кататься и не сгораем. Было бы реально прикольно, если бы мы с вами сгорели, друзья. Вот это был бы просто топчик. Но вот так вот с вами едем. Ё-моё, ребят, просто можем все это исследовать. И я, по-моему, застрял дном. Хотя нет, все нормально. Аккуратно! Нет! Просто перевернулся. Ну как так, ребят? Ну, бывает такое, да. Погнали, заедем наверх, посмотрим. Может, тут есть тоже какой-нибудь склон, друзья, с которым мы можем спрыгнуть? А мне кажется, он есть. Так, тихо. Стоп! Стопы. Так, давайте наверх, ребят. И сейчас попробуем там с этого склона съехать. И посмотрим, как наша тачка разрушится, друзья. Если, опять же, мы разрушимся вообще. Итак, погнали, друзья, разгоняемся. Небольшой такой выступ. И полетели. Вау! Просто на лаве, друзья, подлетели. Ё-моё, смотрите, там прям жесткая лава, ребят. Там очень много всяких кратеров, какие-то горы из лавы прям. Ну и давайте посмотрим, ребят. Бамс! Просто жестко, ребята. Размочилась тачка, и мы вылетаем прям в жидкую лаву, друзья. Оу, а мы что, мы тонем? Все, мы тонем. Ё-моё, друзья, это как вода, да, работает? Ну вот такая вот у нас, ребят, жидкая лава. Все-таки мы ее нашли здесь, и это реально прикольно. Ну что ж, друзья, ладненько, погнали, исследуем еще одну дорогу. У нас вот здесь вот, ребят, ведет еще куда-то дорожка. Мне прям интересно посмотреть, что же здесь такое, друзья. Но карта, слушайте, реально шикарно. Поставьте большой палец вверх, друзья, за такой эпик. Вообще, реально, везде лава, друзья. Везде разные трамплины, горочки. Блин, как же это круто. Это все, что нужно. Разрушение и эпик, друзья. Это то, за что я люблю Beam & Drive. Я надеюсь, вы тоже смотрите. Ребят, какая там гигантская гора, куда, точнее, дорога, куда она вообще ведет, ребят? Мне прям безумно интересно, погнали быстрее, узнаем уже, что ждет нас в конце, друзья. А вы можете написать свои предположения в комментариях, куда ведет эта длинная, просто длиннющая дорога, ребят. Это будет реально прикольно, но пока что мы едем, и смотрите, только сейчас будем поворачивать, и уже как бы там будет финишная такая прямая, друзья, я надеюсь. Смотрите, там еще какой-то уклон вверх, невероятно интересно, куда же все-таки ведет эта дорога. Я прям разгоняюсь, друзья, максимально, но мы едем в горочку, друзья. Но там будет еще мощнее горка. И подождите, какое-то препятствие у нас там, что ли? Или у меня как-то подглючила игра? Что-то там какая-то, друзья, точка у нас есть. Что это? Гора? Это камень там торчит, ребят, в дороге. Так, приближаемся. А, реально, смотрите, камень прямо на дороге. Ё-моё, хорошо, друзья, что я его заметил. Иначе мы бы просто в него вписались, друзья, и полетели вниз. Но реально охота посмотреть, что же у нас в конце. Там вон еще один камень, походу, ребят. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что это не к краю карты вообще ведет дорога. А прикиньте, мы так долго едем, и потом просто в невидимую стенку, друзья, просто впиваемся. О, это даже лодка, ё-моё. Но я надеюсь, что такого не будет, друзья. Я надеюсь, что мы реально просто попробуем куда-то подлететь. Как же далеко, друзья, мы едем. Что вообще происходит? Там какой-то трамплин, по-моему. Либо что, либо реально конец. Подождите, там отбойники стоят. Не может быть, друзья. Подождите, я что-то не вижу. Там очень далеко. Реально стоят все. Мы зря, друзья, ехали. Тут такие отбойники. Ну давайте в них врежемся, ребят. Так, бам. И все. И все, ребят, и мы заглохли. Ё-моё, вот такая вот, друзья, гигантская просто дорога. Но давайте вот так хотя бы упадем вниз. Полетели, друзья, чтобы просто насладиться разрушениями, насладиться эпиком. Погнали, просто улетим вниз и посмотрим, что у нас здесь. Но тут у нас тоже лава, друзья, у нас везде лава. Ее просто нереально много и... Бам! Воу! Просто в мясо, ребятки! Просто мы разрушились очень жестко, друзья! Ну просто капец! Офигеть! И смотрите, куда мы падаем, друзья! Это еще не все! Мы падаем куда-то прям в жерло вулкана, прям в самое сердце, загорелись еще, ребят. И вот тут вот лава. Да, друзья, это невероятно круто. Ну что, ребят, у нас есть еще одна дорожка, вот такая вот интересная. По-моему, вот на этой, друзья, которая слева от нашей, на которой мы сейчас
сейчас заедем. Мы уже были, поэтому погнали посмотрим именно на эту дорогу, друзья. И вообще мы сможем заехать наверх. Но пока что, друзья, едем. Мне реально безумно интересно, что же нас будет ожидать там, друзья. Опять у нас какие-то повороты резкие. Это действительно прикольно. Так, ну вот на той горочке, да, мы были, друзья, которая справа находится у нас в предыдущей серии. Обязательно посмотрите предыдущую серию, друзья. Мы там перелетали через вулканы, и это было круто. Правда, это было, друзья, давно. Так что я уже прям соскучился, если честно, по этой карте. Блин, а здесь у нас тоже такие, друзья, серпантины огромные. Куда нас просто приведет дорога вот эта тоже? Прикиньте, ребята, опять будут просто отбойники стоять и типа конец карты. Но это будет немножко грустно, ребят, потому что мы едем так далеко, но она, блин, она все выше и выше, друзья, эта дорога. А она, по-моему, ребят, тоже нас ведет куда-то вниз, смотрите, ой, точнее... В конец карты, ё-моё, офигеть, друзья, сколько же здесь на этой карте различных путей, различных дорог. Прикиньте, друзья, как бы было обидно, если бы мы сейчас с вами просто упали. Это было бы просто жестко. Ну ладно, погнали, друзья, посмотрим, что ждет нас в конце. Все-таки мне реально очень интересно. Так, ребят, погнали. Вот здесь мы как раз-таки на прямой прям жестко разгоняемся. Возможно, что-то будет, друзья. Потому что в предыдущий раз на предыдущей дороге мы ехали в горочку. А здесь, друзья, едем прямо, разгоняемся. 125 км в час. Она, по-моему, сужается, нет? Или мне кажется, друзья... По-моему, она все уже и уже, да! Ё-моё, ребят! Действительно сужалась дорога, и мы просто полетели куда-то вниз. Ё-моё, я не ожидал такого! Офигеть, просто сузилась. И давайте, друзья, просто врезаемся. Погнали! Бомс! Оу, ё-моё! Как не повезло нашей тачке, друзья. И опять же, по традиции этой карты, друзья, мы падаем прямиком в вулкан. Вот это жестко, ребят. Уху, посмотрите, как расплющило нашу машину. Офигеть, друзья, от нее просто ничего не осталось. Вот это разрушение, вот это я понимаю. Итак, друзья, я предлагаю не ехать на вот эту дорогу и на вот эту дорожку. Сейчас я попытаюсь показать, друзья, потому что мы уже ездили в предыдущий раз, и там просто трамплинчики. Я, друзья, пока катался по большим дорогам, нашел различные прикольные дороги, друзья, грунтовые. Давайте на какой-нибудь из них попробуем прокатиться. Вот это, я думаю, будет мега круто, мега интересно. Так, вот эта дорожка прикольная. Да, смотрите, какие повороты, друзья. Все, однозначно нужно ехать сюда и попробуем действительно прокатиться на этой грунтовой дороге, потому что там очень много поворотов и реально интересно посмотреть, куда она ведет, друзья. Это будет действительно классно. Погнали, пишите свои комментарии, как вы думаете, куда мы приедем, если можем ли мы вообще, ребят, доехать живыми, там не перевернуться и так далее, при условии, что я буду ехать довольно-таки быстро, чтобы было поэпичнее, друзья, чтобы было поинтересно, ну, поинтереснее, но пока что, друзья, смотрите, наша машинка справляется с таким бездорожьем, ё-моё, ребят, так, у нас есть наверх, есть вниз, погнали вниз, ребят, и эта дорога ведет на дорогу из лавы, или что, или это в тупик мы приехали, ребят, по-моему, все, вот такая вот у нас дорога, кто угадал, что мы приедем в лаву, друзья, тот красавчик. Так, а у нас вот здесь вот дорожка. А, ну это, в принципе, такая же, друзья. Ладненько, предлагаю тогда прям на какой-нибудь трамплин, друзья, заехать вот сюда. О, в предыдущей серии мы здесь просто, ребят, очень жестко летали. Давайте и сегодня попробуем подлететь. Погнали, все тогда, друзья. Попробуем реально совершить полет гигантский. Просто прям вулкан, друзья, сейчас залетим. Ну, если долетим, друзья, до него. Блин, какая же классная карта, друзья. Я теперь понимаю, почему вы просили вторую серию. Я теперь понимаю, почему она вам понравилась. И это действительно круто. Итак, друзья, просто разгоняемся. Вот у нас там трамплин. И просто сейчас, друзья, полетим изо всех сил. Едем, едем, едем. Погнали, друзья, ни шагу назад. И просто полный вперед. Нет, друзья, к сожалению, до вулканчика мы не долетели, зато разбились очень жестко, друзья. Нереально наша тачка пострадала. Да, друзья, сколько раз мы сегодня уничтожили нашу машину? Очень много. Это было действительно круто. Ну что ж, ребят, на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что видосик вам понравился. Обязательно подпишитесь на канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комменты. Также, друзья, в описании вы сможете найти ссылочки на мои социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела. Подписывайтесь обязательно туда, мне будет безумно приятно. Ну и на этом у меня все. С вами по-прежнему был Овер, я желаю всем всего-всего самого наилучшего, всем удачи, ребят, хорошего настроения, болейте, успехов, спасибо за просмотр и пока-пока!